Пропускная система в мир спорта дает сбой. Почему медики не замечают, когда детям опасно заниматься спортом? Интеллигентный протест. Ученые по всей России митингуют против сокращения финансирования исследований. В Омске научные работники не могут получить даже уже выигранные гранты. Эту проблему нужно педалировать. Что нужно, чтобы велосипед стал полноценной альтернативой автомобилю и общественному транспорту? Смотрите «Омск здесь» в субботу в 20 и в 23:30.